Вот как раз сегодня в Москву привезли 9 тяжело больных детей из Донецка. Некоторые из них получили серьезные ранения в результате боевых действий. Другие со сложными заболеваниями, лечить которые у них на родине врачи более не в состоянии, в полуразрушенных больницах. Маленьких пациентов встречала Ольга Мещерякова. Полупустой перрон, реанимобили и машины скорой помощи, тревожные ожидания. На Курский вокзал прибывает поезд «Донбасс». В одном из вагонов 9 тяжелобольных детей из Донецка. Реаниматолога пятеро. Все равно они у нас, если будут тяжелые, то нам все ухватит. Поезд уже у перрона, нельзя медлить ни минуты. Двое раненых. Дети сами не могут идти, их выносят все в тяжелом состоянии. Маленький украинский мальчик Богдан, ему 4 года, в очень тяжелом состоянии, но довезли, успели. Врач медицины катастроф ставит предварительный диагноз. Вследствие военных действий с давлением плитой перекрытия, синдромом длительного сдавления. Из всех родных у ребенка остался только дедушка. Мальчика вытащили спасатели из-под развалин дома, разбитого ударом снаряда во время обстрела города Снежное украинскими силовиками. Попал снаряд в жилой дом. И крушение было под завалами. Мать погибла. Ребенок 4 часа придавленный лежал. Ребенок больной гемофилией. Он отправлен в федеральный центр имени Рогачева. На Украине, в полуразрушенном госпитале Донецка, ему уже не могли оказать всю необходимую помощь. В Киеве маленького тяжелобольного пациента почему-то не ждали. Ну, посмотрите, значит, Киев их не берет. Они обращаются к России. Россия никогда не отказывает. В поезде детей сопровождали родители, группа врачей и доктор Лиза. Так называют эту женщину. Врача-реаниматолога и активиста Елизавету Глинку, которая уже спасла десятки жизней. Я хотела бы поблагодарить мою украинскую коллегу за определенное содействие, чтобы в решении тех препятствий, которые были. Я надеюсь, сюда дальше не будут, извините, ради интересов будущих акций не буду говорить. Будущие акции – это отправка в Россию еще 40 больных и раненых детей из Донецка. Пока вывести их не получается. Доктор Лиза говорит, даже этот поезд с тяжело больными и ранеными пытались не пропустить на украинской таможне. С таможней, с украинской были проблемы. Думали, что детей выходят насильно, вывозим. Но я думаю, что сейчас откроет коридор. 9 детей из украинского Донецка отправлены в московские клиники, Морозовскую, Центр детской психоневрологии, Федеральный центр имени Рогачева. Они будут находиться там столько, сколько потребуется. И при желании смогут остаться в России. Ольга Мещерякова, Александр Станюкович, Олег Лобанов.